Смотрите, девочки, я уже где-то пятый раз за месяц делаю. Мне очень понравился этот тортик с печеньем. Очень быстро готовится. Сейчас я немного крем-жидкий сделала. Вот буквально 5 минут как закончила. Смотрите, уже застыл, видите? Но его надо в холодильник на полчасика. И вообще держите в холодильнике. Где-то у меня получается 5 слоев печенья. Ну, потом разрежу еще горячий. Смотрите, какая вкусняшка. Девочки, это с домашнего печенья все, что есть у вас. Я и вафли в прошлый раз в середину ставила. Короче, все, что есть, делать очень вкусняшка. Мне нравится. Приятного аппетита. Девочки, делаем тортик без духовки. Смотрите. Это я в интернете, в ТикТоке прочитала. Пробую. Короче, что я ставлю? Одно яйцо, 50 грамм сахара, это все размешиваю на маленьком огне, щепотку соли, ложку столовой муки, 50 грамм масла сливочного, вот я вот открыла сегодня вот это такое масло, ну какое у вас есть. Потом добавила сюда масло, сейчас добавлю 3 ложки вот этого кукурузного крахмала, 1 столовую ложку какао, вот такое какао я купила, и 50 пол-литра молока. Это все будем варить до загустения. Дальше вам покажу. И суп я делаю. Выкладываем так печенье. Печенье я купила, ну, можете любое купить. И так каждый раз будет. Сейчас буду заливать вот этим шоколадным кремом. И так каждый раз. Будете делать так каждый раз слой. Ну, какая у вас есть посуда, так и делайте. Видите, еще у меня столько есть, я сделаю такой большой. Ну, посмотрим. Потом в холодильник его ставите. Вот какой у меня получился десертик. Девочки, очень легко и быстро. Я еще сверху посыпала печеньем крошками. Сейчас ставим в холодильник, пусть остынет. И кушайте на здоровье. Очень быстро и легко. Девочки, какая вкусняшка. Я попробовала. Знаете, сколько ставила? Всего на все полчаса. Не могу сдержать себя. Сейчас я вам покажу. Смотрите, мягкий какой. Девочки, видите? Смотрите. Чудо! Пробуйте мне. И вкусный очень. Понравился. Буду делать. Приятного всем аппетита!